Уже в марте этого года в Саратовской области могут появиться 15 новых стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Заказчиком выступил региональный навигационный информационный центр. Об этом пишет информагентство «Саратов-24». Торги по поиску поставщиков камер фото-видеофиксации были объявлены накануне. Всего планируется закупить 15 комплексов фиксации нарушений общей стоимостью 33 миллиона рублей. Их должны поставить в течение недели после заключения контракта и установить в течение 5 дней. Камеры должны фиксировать превышение скорости, а также нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда и обгона. Весной камеры появятся в Саратове, Энгельсе, Балакове и Балашове. В 14 школах Саратовской области обновят спортзалы. Ремонт планируется провести в сельских учебных заведениях Саратовской области. Об этом заявила министр образования региона Ирина Седова в своем инстаграм-аккаунте. К примеру, ремонт будет сделан в спортивном зале села Семенов Каркадакского района, поселка Старые Озинки Озинского района, станции Тарханы Саратовского района. Напомним, в 2019 и 2020 годах было отремонтировано 30 спортзалов. В России почти каждый пятый житель испытывает невзаимную любовь. Таковы данные опроса, приуроченного ко дню всех влюбленных от Всероссийского центра изучения общественного мнения. Взаимную любовь испытывают 74% опрошенных. Более чем для половины из них мир вокруг кажется лучше, когда человек любит. Почти столько же респондентов убеждены, что любовь делает человека смелее. Кроме того, 81% опрошенных убеждены, что когда мы любим, у нас все получается лучше.